странно. Я думал, что это просто памятник, профессор. Все так думают. Но судя по карте, вон в той третьей плитке, во втором ряду, та самая паровая машина. Почему за ней охотится так много коллекционеров? Да потому что это не просто деревянный конструктор. Паровая машина состоит и имеет винтовые соединения. В ней есть электродвигатель и даже подсветка. Если вы раньше собирали подобные автомобили, то это венец творения. Ладно, ладно, я пошел. В смысле, что, один? Да. Едем! Все, профессор, здесь нас никто не найдет. Это точно он? Да, уверен, это он. Невероятный внешний вид отлично сочетается с невероятными возможностями автомобиля на паровом двигателе. Используйте батарейки, чтобы оживить и это чудо техники. Подсветка, двухступенчатая коробка передач вперед и назад восхитят любого человека, даже совсем далекого от сборных деревянных моделей. Я помог вам. Что ваш начальник хочет делать с этим конструктором? Пока вы отходили, профессор, я уже с ним созвонился. Он восхищен вами, профессор. Он восхищен вами как человеком и как великим ученым. Он попросил меня отвезти его туда, где хранятся и прошлые ваши находки. Ананаза. Пусть это чудо будет доступно каждому человеку. Это очень мудро. Ведь именно в Ананазе каждый по ссылке в описании сможет найти себе конструктор на любой вкус. Переходи, заказывай конструктор себе, родным или близким и твори чудеса своими руками.